Здравствуйте! С вами я, Александр Рош, и вы смотрите четвертый выпуск рубрики R Plus Блоги. Слово промо-акция произошло от английского промо, рекламный, и латышского акцио, действие, выступление, предпринимаемое для достижения какой-либо цели. Промо-акция – это рекламная активность компании, о которой знают непосредственно сами потребители. Для производителей очень важно серьезно подойти к организации таких акций, ведь именно от их стороне и будет зависеть последующая прибыль. Что же должна включать в себя их организация? Во-первых, разработку креативных идей, то есть чем интереснее задумка, тем больше людей будут заинтересованы, подготовку и подбор персонала, работу с рекламным агентством. Самое главное – это выделить цели и понять конечный результат. С каким же основным моментом вы столкнетесь при решении проведения промо-акций? Итак, первое. Выбор города. В более населенных городах успех промо-акций будет больше, чем в городах с малой численностью населения. Второе. Место проведения. Третье. Выбрать определенную группу потребителей по достатку, интересам и т.д. И четвертое. Детали, довести все до идеала, чтобы покупателям захотелось приобрести товар или данную услугу. Вот и все. Надеюсь, что мы помогли вам в организации подготовки к промо-акции. Спасибо за просмотр. Больше интересной информации читайте на сайте uib.app.ua или звоните по телефону 38 097 920 8523. Увидимся в следующей презентации.